Теперь ежегодно в течение 5 лет Олимпийский парк для обсуждения ключевых спортивных вопросов будет объединять представителей власти, лидеров международных спортдвижений и журналистов. Как отметил губернатор, то, что форум будет проводиться на Кубани, вполне закономерно. Мы входим отсюда твердо в пятерку лучших советов Федерации по развитию спорта. Не только высшие достижения, но и, конечно, массовый спорт. Для нас принципиально важно. И понятно, что, естественно, если много спортивных, подтянутых людей, занимаешься каждый день или, по крайней мере, часто физической подготовкой, спортом, это может быть и фитнес, это может быть какие-то игровые, так сказать, занятия спортом. Конечно, это говорит о том, что уровень спортивной подготовки, значит, ГТО у нас достаточно высокий. На первой спортивной конвенции ее участники соберутся уже в следующем году. Форум пройдет в главном медиа-центре в Сочи в апреле.